Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, как я вам обещала, что турецкий текстиль, постельное полотенце, конечно, обязательно будет в моем видео. И, дорогие мои подписчики, я приглашаю вас в новый павильон. Постельное белье, пледы, скатерти, покрывало и многое-многое другое. Вы также можете выбрать это все через интернет. Линия 3, место 11. И мы сегодня пришли в гости. Пожалуйста, номер телефона. Если кто желает заказать, заказывайте. Отправку делать в любые города. И сегодня мы будем знакомиться с Ляман. Дорогие мои подписчики, знакомьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, Ляман. Здравствуйте, здравствуйте. Да, мы сегодня будем показать вам наши товары, наши турецкие товары, все качественные. Сейчас потихонечку все расскажем вам. Я Ляман. Это мы вместе работаем с Эльнаром. Эльнар, да. Эльнар. Тоже мы вдвоем работаем. А сейчас я покажу, как нужно добраться с любого эскалатора. Вот, видите? Да. Прямо вот. Эскалатор сразу сюда. Корпус Б. И с другой стороны тоже, да, есть эскалатор. И вот здесь у нас стоит постельное турецкое белье. Здесь можно и халаты, и полотенце, и покрывала, все-все. Ляман, ну давай хвались, я уже не терплю, мне не терпится. И знаешь, наверное, с чего мы начнем? У меня очень многие спрашивают фирму Touch. Давай, наверное, пойдем туда. Давай, моя дорогая. Я потрогала это белье, девочки, оно очень классно, очень. Фирма Touch. Давай с них начнем. Да, вот, смотрите. Разные расцветки. Ой, расцветок. Размер оригинальный тач. Я вот это хочу вам именно сказать, что тач у нас оригинальные все. Недавно появились оригинальные тачи. Какие-то периоды подделки были, люди смущались как-то, да? А вот сейчас все оригинальные тачи. Тачи разные у нас. Есть обычный сатин, размеры евро. Есть диджитал сатин, есть делюкс сатин. Они у нас разные, даже вот такие светящие варианты. О, есть, даже смотрите, светящиеся. Да, давайте посмотрим. Они в темноте светятся. Очень интересно. Даже вот смотрите. Необычные. Группа «Контакт» есть? Да, ВКонтакте есть у нас. Обязательно ссылку поставлю, девочки. Да, да, да. Это светящееся белье. Мне очень хотелось его показать. Девочки, трогаю. Это просто что-то. С чем-то какое-то. Я обязательно тоже потом у них приобрету и покажу вам. Я сейчас разные чуть покажу. Вот. Расцветки. У нас, не только расцветки, они и по плотности отличаются. Вот, вот сколько вот этот комплектик светящийся в розницу? Сколько у вас? Вот этот комплект светящийся и Digital Satin, они у нас все 7500. А вот сатин обычный, евроразмеры, это 6000. 6000 рублей, ага. 7500 рублей. Светящийся. Светящийся. И другие Digital Satin комплект Touch, вот эти, да, можете, да, вот. Посмотрите, да, сколько, да, расцветок, много. Есть еще вот в черном коробке, вот это уже делюкс тач. Здесь плотность. Да, вот коробочка покажем, черная, да, какая красивая. Да. А на Новый год подарить кому-нибудь? Конечно, да. А на него еще прилечь? Себе, смотрите, здесь и плотность больше, чем другие. И сколько цена? Вот это 8500. 8500, да. Делюкс тач стоит 8500, еще раз повторяю. Digital тач стоит 7500. Тач сатин обычный 6000 рублей. Ага. Это у нас фирма Touch. Мы пока начали с комплект постельного, давайте начнем. Так, давай. Продолжаем. Угу. Геленком фирма. Вот так тоже вот показываем. Геленком. А давай вот так чуть-чуть, ага, выдвинем. Угу, вот. Фирма смотрите, Геленком, какая красота. Тоже оригинальные, необычные, красивые, прям нежные, красивые. И расцветки тут нежные. Гелин, это на турецком языке, это невестка. Вот такие товары больше вот приданные, кто собирает, больше такие берут. Но есть любители, кружевные такие постели, нежные. И сколько покупает цена? Цена в Геленком у нас, вот смотрите, покажи, я сейчас вам расскажу. Разные размер. Размеры все евро.
200 на 220 подедельника размер, 240 на 260 простин, и в комплекте 4 наволочки. Здесь вышивками есть, кружевные есть, и цена меняется. Так, давай этого, вот мы покажем. Смотрите, какая от, красота. Ага, от 8500 и выше цена, до 15000 вот эти комплекты разные. Ой, какая красота. Да, вот из-за кружева, из-за вышивка цена меняется. Вот я поэтому... А давай вот так выйдем. Да, расскажем, вот расцветки разные даже. Вот. Ой, девочки, какая красота. Нежные, красивые. И расцветки разные, расцветки, да? Разные. Вот пудра нежная, вот мята, цвет мята. Смотрите, откройте тут вот винограды, вот. Да. Вот. Ага. Виноградики. Угу. Я могу даже вот давать одну, допустим, наволочку мы достанем. Да, да, раскройте. Ага. Покажем вам, смотрите, какое оно шикарное. Девочки, как красиво. Приятно спать на таком красивом. И ткань 100% хлопок, египетский хлопок, сатин. Вот. Египетский. Девочки, покупайте, нежно, приобретайте. И сколько по цене они? По цене, еще раз повторяю, да. От 8500 до 15000 Геленхома комплект постельное белье. Цена меняется из-за этого, вот из-за кружева. Чем больше кружева, да, 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 стразики вот. Там, да? Так, так-то размеры евро и то, и другое, да, вот все евроразмеры. И это... Когда я покажу? Да. Ой, вот белое, кто любит, смотрите. Да, немножко неудобно подходить, но хочется вам показать. Молочные, девочки, смотрите, какая красота. Вот белое кружевное, очень красиво. Кому надо, пожалуйста, звоните, на камеру вам покажут. Да, да. Номер телефона есть на визитке? Да. Еще раз. Вот видите, вот кружево. Сколько вот этот вот комплект? Вот этот комплект стоит 12 тысяч. 12 тысяч. Ага. Есть 11 тысяч. Угу. 11. Разные, сейчас, да? Сейчас еще вам покажу с Геленхома. Вот комплект, смотрите, какое. Да, я вот тоже на него обратила внимание. Да, давай. С бабочками. Это комплект у нас 14 тысяч. Здравствуйте. Так, ну давайте бабочки покажем. Да. Сейчас разверните нам. Угу. И разные расцветки бывают. Тоже вот розовая, бежевая. Красиво. Мята, цвет мята. Сколько? 14, да, такая? Это комплект 14 тысяч. Угу. Так. Стоимость. Дальше у нас. Еще давайте нам что еще, да, покажете. Вот разные. А давайте вот очень... так. Ага. Вот это тоже вот красивый комплект. Да, я его сейчас показывала. Ага. Могу достать. Достаньте. Поближе, ага. Давайте. Достанем. Тоже шикарный комплект. Угу. Видите, и кружева здесь, и вышивка. Ой. Как принцесса, угу, будет, да, спать. Да, да, евро, да, размер. Может, я даже покажу, она как смотрится. Смотрите, угу. Подедельники, наволочки 4. И 2 наволочки тоже кружевные. И сколько вот эта цена? Вот этот комплект тоже 12 тысяч. Угу. Дальше у нас вот томурчок. Самый очень нравится нашим покупателям. Ой, красиво какой. Тоже разные расцветки они бывают. Размеры наволочек. Размер наволочек 4 наволочки 50 на 70. 2 наволочки такие кружевные, вот видите, да, с этим цветочком. А 2 наволочки белые. Однотонные, белые вместе с простым. Простым 240 на 260 размеры, а подедельник 200 на 220 евро. И цена сколько? Это 11 тысяч. Угу. Давайте. Вот. А, вот это тоже из Геленхома. Вот. Кружево очень красивое. Даже вот видно поближе. Вот покажите. Отсвечивает немножко. Свечи, да? Угу. Да, вот прям. Угу. Тоже египетский хлопок сатин. Цвет мята. Разные расцветки бывают. Это у нас еще витрин. Другие разные расцветки. Цена? Это 11 тысяч тоже. Самое. Давайте вот этот покажем. Вот дальше у нас тоже. Фирма Tivoli Home, самая известная. Тоже очень многие покупатели прям просят, очень покупают, очень довольны. Вот, вот это, например, у нас тоже 100% хлопок, плотный сатин. Шелковые нитки жаккарды идут. Комплект очень шикарный. Разные расцветки бывают. Вот это синий с жаккардом, есть красный. Давайте бордовый. Да, да, бордовый. Давайте. Сейчас открою. Она очень роскошная. Вау! Да. Красота! Есть еще цвет хаки. Она тоже очень красивая. Прям очень ходовой цвет тоже. Мы следующий, еще когда у нас съемка будет, такой, ну, мы вчера покупали. Сколько продали. Цена? Товар стоит 13 тысяч. Очень красивый. Да.
Так, вот молочный тоже. Дальше у нас, да, вот другие, вот с жаккардом, вот бежевые. Кофе с молоком. Вот, евроразмеры, тиволио хром. Тоже плотный сатин, 100% хлопок сатин. Угу. Очень красивый комплект. И цена? Цена 13 тысяч, то же самое. Белый цены не окончательные, конечно. Скидка мы будет? На рынке, конечно, мы на девочки, рынке. Девочки, скидка будет. Да, смотря, да, вот у нас бывает, у нас большинство приданное собирает. У нас много, когда покупка делает, конечно, угу, хорошую скидку сделаем. Цены угу, не окончательные, конечно. Дальше, вот, видите, вот серебристый цвет, тоже жаккардом, с тиволио хром. Очень классно. Да, тоже очень красивые. Эти у нас премиум класс, сатин премиум класс. Вот этот уголок у нас премиум класс. Вот дальше у нас... Ой, какой очень красивый. Да, вот они разные, разный дизайн. Ой, давай вот это покажем. Вот, это тоже вот роскошный. Как можно не показать. Шика... Да, 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 вот смотрите, прям... Очень богаче. Вот это размер и цена. Белый с вышивками. Товар 14 тысяч стоит. Угу. А размер? Евроразмеры. 4 наволочки, пододеяльник, простин. Так обычно. Стандартный евроразмер. 200 на 220 пододеяльника. Простин 240 на 260 размеры. Угу. Дальше у нас вот идут из тиволио хром. Такие красивые комплекты. Для тоже мужчин, очень популярно для мужчин, вообще для семьи, да, вот сейчас же дизайн у кого да, как, да, вот под интерьера, как так скажем, угу, вот такой морской тематику. Такие у нас размеры, цена, размеры евро, товар стоит 12 тысяч. Кроме этого белый цвет еще бывает вот такого, он беленький, да. Угу. Вот, вот очень тоже. Цена такая же, 12 тысяч рублей с вышивками. Тиволио плотный сатин, 100% хлопок. Плотный сатин, тиволио хром. Еще раз покажу. Угу. Такие точно, девочки, можно даже комплект набрать. А, полотенце. Банные лицевые, банные. Тут размеры больше, чем стандартные. Я сейчас вам скажу. Значит, банные размеры 75 на 150, а лицевые 50 на 100. А плотность? Может, плотность 550. Угу. А скажи, пожалуйста, а цена этих полотенчиков? Полотенце сколько? Стоит 3500 рублей. Комплект. А тут да, идет банная, да? Банные, и лицевые. Два полотенца, там банные, лицевые, разные, разные. Это мужские, допустим. Есть такие белый цвет, допустим. Есть вот такие. И на подарок, и себе можете. Да, размеры больше, чем стандартные. Стандартные полотенца 70 на 140, у них 75 на 150 размер банные. А лицевые 50 на 100. Угу. А стандартные это так 70 на 140. Это. Ой, а вот эти банные, вот красивые, давай покажем их тоже. Да, это тоже, вот смотрите, с тиволио хром. Здесь 3 полотенца, одно банное, лицевое и для рук. Размеры указаны. Вот 75 на 150, 50 на 100, 28 на 50 размер. Вот это. Ой, для рук. Красивые. Шикарные. Такие у нас девочки, вот смотрите, комплекты собирают. Вот таких комплект постельное белье. Такие у нас есть. Смотрите, халаты, девочки, смотрите. Девчонки, смотрите, откройте нам, пожалуйста. Вот, вот, ну, я имею в виду коробочку. Вот. Такие халаты, полотенце можно. Конечно. К нему халатик. Да. Смотрите, какой подарок халат хороший. Да, да, вот халат. Девчонки. Стоимость 6 тысяч. Внутри вот тонкая махра, сатин. Наружу вот ткань сатин, то есть вышивки идут, вот такие жаккарды, вот картины. Девочки, звоните, Лиман вам все, да, она да, подберет. Да, конечно, полотенчики, конечно, подберем, постельное, вот, смотрите, халат. Какие шикарные. И вот полотенце. Угу. Ой, смотрите, давайте, да, Коль, эти халаты показала. Посмотрите, какие шик... красивые, ага, халаты. Тоже девчонки. Вот смотрите. Под любое постельное вам Лиман подберет. Да. И в белом цвете. Смотрите, какой шикарно. И бирюза. Какой хотите. Да, ну, вот, давай это вот такой этот красивый халат. Покажем. Смотрите, темный, вот кто любит. Угу. Смотрите, такой у нас постельный белье. От тиволио хром. Вот такой же точно. Можно подобрать, там, ну, открой, конечно, чуть-чуть вот так покажу. Конечно, откроем. Внутри раскрывать тоже не будем, потому что очень, да, сложно, да, потом, девочки. Может, следующее видео и раскроем, я одену, все, да, покажу. Ну, конечно, что-то едет, можно. Да. Сейчас мы этот пока показываем. Конечно, если вот вход. Тогда видите, мы сделаем с тобой ТикТок. Да? Да, можем, когда вот время будет, еще, да, это снимем. Я вот все одену. Так что следите, есть, да. Все халаты, все оденем, покажем, все. Можно. И сколько такой халатик? Халаты стоят 6 тысяч, тиволио хром премиум
класс халаты. Очень красиво. Еще хочу, вот как раз мы про халаты говорим, давайте вот это тоже покажу. Это набор, да? Да, набор. Здесь одно полотенце и вот халат для невестки, допустим, или кто-то вот. Лиман, скажи, пожалуйста, вот, а размеры халатов мы размеры не сказали. Размеры халаты, вот маленькие размеры, идут М, С, М. Вот эти вообще эска, да, вот я... Для пышечек нежные, не хотите, да, возить? А? Для пышечек не хотите? Пока возить? Нету. Как появится, конечно, будем возить. Да, возить. Да, чтобы размеры-то девочек разные. Девчонки, выбирайте. А вот это что это за наборы? Тут идет мужской халат? Это халат, да, да. Там 6 предметов, там 2 халата и 4 полотенца. 2 банные, 2 лицевые. Мужские, женские халаты. Разные расцветки. 100% хлопок, махра. Размеры тут тоже, ну, не слишком крупные, но как сказать, как объяснить. И ну, сколько такой набор? Набор стоит 6000. Это семейный? Полным покупателям, но не советуем, конечно, тут размеры стандартные. 40, как сказать, 46, 48, 50 универсальные женские идут, а 48, 50, 52 мужские размеры. Так, ну вот, смотрю, тоже халаты с полотенцами. Халаты отдельности, да, халат с полотенцами, банные, лицевые, 100% хлопок. Махра. Такие комплекты 3500 у нас есть, один халат 2500. Семейный комплект у нас 6000. И 6500, вот эти шикарные халаты, вот, смотри. Да. А это софт-катон, тоже стевой Леоком, софт-катон фирма, шикарная. Халат стоимость 8000, 7500 можно вот так. Вот скидки. Тоже халатики. Халат тоже софт-катон, 3000, цена разная. От 2500 до 7500, до 8000 у нас халаты и комплекты можно приобрести. Нам надо еще потом отдельно, еще чтобы сделать тикток. Давай. Смотрите, халат вот как раз из Геленхома халат хочу вам показать. У нас и будут дальше еще расцветки еще бывает, вот сиреневые, да? Сейчас у нас розовый цвет покажем. Тут халат, 3 полотенец. Три полотенец. Купила, вот наружу, забыл. Наружу ткань сатин, девочка, внутри плотная махра. Впитывает идеально, очень хорошо. И тапочки еще вот такие. Где-то 36-37 размер. Есть такое 9500, а вот есть вот такие. Это 8500. Еще раз повторяю, девочки, цены не окончательно. У нас скидки хорошие бывают, распродажа бывает, у нас акции бывают. Вот можно прийти. А вот это что за постельное у вас? Это у нас комплект постельное белье. 100% хлопок. Тоже турецкое. Очень хороший товар. Комплект 104000. Евро размеры. Еще семейные бывает из этих серий. Семейные 5500, а 4000 евро размеры. Да. Угу. В комплекте 4 наволочки. 2,50 на 70, 2,70 на 70. Пододеяльник 200 на 220. Стандартные евро размеры. Простынь 240 на 260. Это евро размеры. И расцветки разные, разные, да? Расцветки, да. Вот можно еще угу. один вариант покажу. Вот, допустим. Расцветок много. Можете в ВКонтакте много, посмотреть. Много. Конечно. В страницу можно зайти. Посмотреть ВКонтакте, в Инстаграме у нас есть. Да, да. Ссылки скину под видео. Вот эти, что это за комплекты? Тоже красивые. То же самое, фирмы разные. First Choice фирма. Вот смотрите, все турецкие известные. Кто покупает турецкие, они уже знают эти фирмы. Да, да, да. Экос. И в какую цену? Цена евро размера 4000, 4500 есть делюкс рамфорсы, допустим, однотонные. Есть да. делюкс сатин, есть делюкс рамфорс. Делюкс рамфорсы. Это побюджетные. И сколько цена их? Это 4500. 4500. Да. 6500 делюкс сатин стоит. Это... А вот эти вот однотонные, это из этой, да, серии же? Это у нас уже сатиновая. Угу. Гостиничный вариант. В последнее время очень их любят, да, очень любят, очень постоянно спрашивают разные расцветки. Это у нас тоже вот новая фирма Banyan Home. Это такая фирма только у нас на рынке. В какую цену они? Такие евро размеры 5500 рублей, полуторки 4500 рублей. Полутора тоже есть. Очень редкость, девочки, вот подписчики, я хочу вам сказать, да? Да, полуторки спрашивают. Это очень редкость, может быть, даже нету. Полутора тоже есть. 4500 полутора. Полутора размера я вам сейчас скажу. Какие размеры? 160 на 220 пододеяльника размеры. Простынь 180, так, 160 на 240 размер. И наволочка. Одна наволочка 50 на 70. А евро 2 наволочки и размер 200 на 220.
Подидиальник 240 на 260 простен. Его размеры разные, расцветки. Так очень красивые вот эти. Ага, ага. Смотрите, расцветки. Еще полуторные. У нас есть семейные размеры тоже. А давай вот детские покажем. Вот что-то красивое тут такое я увидела. Ага. Мальчиков. Да, для вот мальчиков, это из Тиволио Хоум полуторные размеры. Угу. Вот для мальчика, для девочек разные тематики бывают. Смотрите, сейчас я вам леопард покажу. Шикарная. Ой. И сколько такие? Такие у нас 7500 рублей полуторные. Угу. 8500 у нас евро размера стоит, 7500 полуторные. Евро размер, сейчас я вам покажу, вот они. Вот эти все цветочные, разные, тем более комплект постельное белье. Уважаемые подписчики, ой, дорогие вот девочки, вот дамы, выбор очень много, я даже не знаю, где начинать, где заканчивать. А давай вот этот еще покажем комплект. Дальше у нас фирма Казанова, известная, прям давай откроем, любимая, да. Это Казанова. Девочки, смотрите, какие разные, красивые. Да. Египетский хлопок сатин, премиум сатин, с одеялом варианты, без велюра варианты, вот всякие разные. Одеяло облегченное. Ой, какое. Все сезонные, воздух пропускающий, очень приятно, очень удобно даже. Вот здесь пододеяльника нету. Стирать девочка, его да. Можно просто, стирать да? Можно. Здесь пододеяльник с одеялом вместе стеганы. 4 наволочки, 2 наволочки однотонные, 2 наволочки с рисунками, 70 на 70, 50 на 70 размеры. Размеры. Семейный комплект есть с двумя одеялами. Евро размера, полутора. Вот это, допустим, вот полутора у нас. Да, вот для одного. Расцветки кровати. Тоже есть, да, расцветки в Инстаграме? Разные. Полно, полно. Вы нас пишите, звоните, мы все расскажем, покажем, все. Вот видео снимем, фото. Обязательно. Сделаем, конечно. Так, а я вот увидела, что это такое вот это. Ну-ка, дай-ка похвалить. Это у нас. Открой вот пакетик. Вот а, открыто? Покажу, вот, давай покажем. Ага. Это у нас полотенце банное. 70 на 140 размер. Красиво. Из Гелинхома. Девочки, такие у нас, смотрите, вот продаются цветовая гамма штучные разные. Банны, да, вот разные расцветки. И серый, и белый, и молочный. Да, 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 да. Вот они. Вот, вот. Угу. Есть, можно штучно покупать, допустим, да, угу. 70 на 140 размеры. Очень красивые визуально, смотрите, какие вот. Нежные, качество, красивые. Девочки, прям. Впитывают идеально, 100% покупка. Есть еще наборы, девочки, смотрите, из Гелинхома, банные, лицевые, для рук, 70 на 140, 50 на 90, 30 на 50, разные размеры, угу. Разные расцветки, вот там можно смотреть, вот, снимите. Ой, молочный. И сколько вот этот комплектик? Комплект стоит 3500, одна полотенце стоит 1500 рублей. Очень красивая, очень вот. Зачетная. Да-да. Штучные, вот еще раз повторяю, да, я иногда забываю цену называть, вот, 1500 рублей банные полотенце, а комплект наборы Гелинхома, вот, можете вот так показать, стоит 3500 рублей. Серый цвет тоже есть, сейчас я покажу, раз открыли, а, это фиолетовый, серый тоже есть, мята, вот, мята. Угу. Очень шикарный, да, угу. Набор. Так, знаешь, что я еще хочу вот это показать? Это что за тоже очень красивое постельное с покрывалом? Покрывало тоже у нас колоссальное. У нас покрывало выбора много. Это у нас фирма вот Kids Home. Видите, вот Венде, Аден, вот разные кружевные покрывала. На двухспальной еврокровати полностью очень красиво смотрится. Покрывало и две наволочки. Размеры покрывала 260 на 260. Это размеры вместе с кружевами. Вот так считается. Еще две наволочки 50 на 70. Разные расцветки есть. Угу. Коричневые, бежевые, капучино, серые. Этот пыльный розовый цвет. И сколько цена? Такие покрывала у нас широкими кружевами стоит 6000, узкими кружевами стоит 5500. Без кружевного варианта тоже бывает, они 5000 можно. 5000, да? Да, да. Так, я хочу еще показать вот эти вот эти комплекты, очень тоже. Красивые. Давай вот так прямо вытащи, вот так покажи, посмотрите, качество какое. Ой, это вообще. Покрывало объемное, пышное, с наполнителем, еще три наволочки.
покрывало прям огонь. Смотрите, какие красивые. Прям очень красивые, королевские прям покрывало. И размеры, по цене? Размеры 260 на 270 размеры. Две наволочки 50 на 70 и одна. Но они декоративные, девушки, еще раз повторяю. Не одеяло, а это покрывало. Прям для красоты. Декоративные покрывало и наволочки. Стоимость покрывала 20 000. 20 тысяч. Разные расцветки. Могу еще вот другой, допустим, один еще. Вот и покажу. Подарок вообще. Да. Да и вообще купить себе, порадовать себя любимую. Вот видите? Угу. Прям красота. Так, девчонки, про халаты тоже. Посмотрите, какая цветовая гамма, выбор. Есть и тонкие, легкие, разные халаты. А вафельные сколько? В какую цену? 3 000. И вафельные халаты 3 000. Остальные все халаты у нас вот махровые. Внутри махра впитывает. На воду после есть? Душа можно. Конечно, на странице у нас отлично. Все товары указаны. Все описание, угу. Все цены, все указано. А вот наборы халатиков разные. Этих. Ой, этих фартуков. Эти у нас фартуки. Фартуки у нас есть. Один фартук 300 рублей. Угу. С полотенцем 500 рублей. С прихватками. Да, прихватками. Они, да, рукавичками стоят 800 рублей. Разные расцветки. Я еще увидела, что у вас очень большой ассортимент подушек. Подушка, скажи, подушки, в какую цену у вас? Подушка, одеяло у нас. Я так вот и до скажу. Вот от 2000, угу. От 2000 до 6 000 у нас подушки. Подушки размеры 50 на 70 и 70 на 70 размер. Тоже подушки есть. Одеяло тоже и полуторы, и евроразмеры. 160 на 220 и 200 на 220 размера одеяло. Одеяло от тоже 5500. До 15 000 у нас одеяло есть, натуральный лебяжий пух даже. Спасибо. Вот это вот простыни, да? Это у нас покрывало простыни, да? Покрывало хлопковое Banyan Home фирма. Угу. Это у нас тонкая, легкая. И укрываться можно, и стелить на кровать. И евроразмер есть, и полутора размер есть, и разные расцветки есть. 100% хлопок, такой тонкий вот вафля. Они у нас плед покрывала. Еще раз повторяю, и укрываться можно. Вот они более вот такие летние варианты. Тоже очень хорошие. А по цене? По цене. Сейчас 160 на 220 размера получше. Она у нас 2 500. Евро размер 250 на 260. 3 000 можно покупать. А вот это ананасиками, смотрю, очень эти красивые. Эти у нас тоже из Геленкома. Это плед покрывала. Там еще сатиновые наволочки, простынь. Эти комплекты у нас идут. Ага. Там пододеяльника нету. Вместо пододеяльника плед покрывала. Разные расцветки. Тоже евро и полуторы размеры. Комплект стоит 7 500. 8 500 от размера зависит цена. Полутора 7 500, евро размера 8 500. Тоже тонкая махра. Плед покрывала. И укрываться можно. И стелить на кровати, как покрывал. Очень красиво. И тематику разные. Здесь у нас ананас указан, но тематика разная есть. Вот египетский хлопок, кстати, простен. Простен. Сколько и цена? Две наволочки. Полутора размер 7 500, евро размер 8 500, девочки. Ага. Так, вот этот вот давай комплект жаккард, нет? Это из сухом плотный жаккард покрывало и две наволочки. Покрывало размеры 240 на 260, наволочки 50 на 72. С ушками очень красиво. Разные расцветки есть. Качество очень, вот, очень хороший. Плотный жаккард. Под интерьером можно приобрести. Тоже вот комплект покрывал стоит 7 000. Разные расцветки. Еще один расцветку покажу. Угу. Белый цвет тоже, шикарный, да, очень шикарный. Да, вот роскошный, угу. Очень красивый. Так, тоже ну пойдем красивый. Еще к скатерти у вас, я смотрела у вас. Девочки, да. Смотрите. И простыни, вот это же покрывало простыни, да? Да, эти у нас все полотенца. Полотенца. Полотенца И в какую цену они? От 500 рублей до 1300 рублей у нас полотенца. Одну штучку полотенца. Угу. Там упаковки есть 6 штук, есть 4 штук разные фирмы. Мы потихонечку все покажем. Все на полотенце. Так, вот детские смотрю еще у вас. Детские новорожденные. Да, сколько? В какую цену? 2 000. 2 000. Расцветки тоже разные. Конечно, девчонки, разные. Выбирайте. Мальчиковые. Для девочек, для мальчиков. Ага.
размеры тоже. Вот, красота. Покажу. Вот, 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 подидиальник простин. Простин 110 на 160, подидиальник 100 на 150 и две наволочки 35 на 100. Ну, давай вот эти вот покажем комплекты тоже, очень такие красивые. Это вот как раз египетский хлопок сатин с одеялом, с велюром. Давай вытащим вот пленочку, это? Да, давай. Вот этот сиреневый цвет. Ой, надо, надо прийти прям живые видеть. Ой, девочки, вот какое оно приятное. Значит, здесь это у нас просто... четыре наволочки. Вот, однотонная сторона одеяла велюра. Угу. Две наволочки велюра 70 на 70, которые 50 на 70. У нас египетский хлопок, кстати. Смотрите, дизайн. Какая красивая. Красиво, вот я еще покажу. Вот можете пощупать даже. Вот, вот это семейный вариант у нас с двумя одеялами. Дальше вот идут простин и наволочки. Сколько цена, говоришь? Такие у нас, так скажем, полутора есть, евро есть и семейные есть. Начинают, значит, 9000, так, извиняюсь, сейчас еще подумаю. У нас без одеялом варианты тоже есть. 10500 у нас полутора, 11500 евро и вот 13500 семейные. Угу. Так, я смотрю, Телеман, еще есть скатерти. Давай расскажем о скатерти. Посмотрите, какие шикарные наборы с колечками. Да, там колечко, колечко, кольцо. Вот, смотрите, какие шикарные колечки. Девочки, комплектики. С салфетками, с кольцами. Вот, может, картину. Точь-в-точь, как смотрится. Вот. Размеры тоже 160 на 220 до... Это вот так. 160 на 3,5-метровая. Да, вот самый большой размер 3,5-метровый. Может, размер так показать. Сколько цена? Цена от 5500 и до 6500, 7000 у нас в катерте бывает. От размера зависит, еще раз повторяю. Бархатные, лен, вот можете вот не за лен покупать. Да, сейчас посмотрю. Вот. Смотрите, девочки, огонь. Так, а где? Ой. Давайте я туда камеру просуну. Да, 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 пожалуйста, пожалуйста. Девочки, смотрите, какие. Скатерти у нас вот в шкатулке тоже снимали, да? Угу. Вот она. С вышивками есть. Ой, камеру приходится, да, да. А это в сундучке, девочки. Оп. У нас скатерти от 2000 до 7000 скатерти бывает. Есть один скатерть, допустим, да, есть с комплекта. Есть силиконовые скатерти от 3000 и до 5000. От размера зависит, еще раз повторяю, скатерти цена. Угу. Так, я смотрю, вот это вот для детей. Да, это детские? Да, это у нас детские наборы. Я сейчас одну достану. Тут идут халатик, да, еще что-то, да? Комплектики. Да, немножко бывает, условия не позволяют. Я видите, сейчас... оп, встала на стремяночку. И уже комплектик у нас. Давайте. Давай, покажем. Смотрите, 0 до 4 лет халат с капюшоном. Видите, 100% хлопок махра. Ой, приятненький такой. Еще мочалочка. Вот 100% угу. Хлопок мочалка, чтобы мыть. И вот с капюшончиком, с уголочком, да. Вот. И сколько цена? 2000. Угу. 2000 рублей. Пледики показывают. Пледики вот детские, да. Банян Хома, 1500 рублей. Разные расцветки, мочковые, девчачьи всякие. А я и вам еще плед покажу. Смотрите, товар снимай, пожалуйста. Да, вот я, кстати, на них смотрела. Смотрите, мешка. Мишками. Да, пледик. Мешками, игрушками. Подарок вообще. Это из Тиволио Хом. Тоже плед вязаная. Одна сторона ворсистая. Здесь мишка, игрушка есть. Стоимость пледа 3000. Как подарок очень шикарный. Вашим своим ребенку тоже можете вот подарить хорошие. 100 метр на метр размеры эти пледики. 100 на 80 на 100 баньян пледики. Тоже вот давайте одну тоже посмотрим. И поймала. И тоже очень вязаные, мягкие, можешь пощупать тоже вот. Да, мамочка. Даже верю. Вот такие. Так что. Да, вот красота. Ну что, дорогие друзья, вот сегодня мы прошлись по павильону. Угу. Вот. Аляман, да, нам вот рассказала.
Вот полотенчики, видите, полотенчики тоже. А полотенчики вот такие в какую 1500, цену? 1500 из Геленкома. Не только эти. А мы забыли про это. Новогодние. Пошли, да. Покажем. Чуть не время пропустили. Дорого. И вот эти вот тоже. Давай вот эти тоже покажем. Смотри, какие красивые. Вот вы помните, я вам халат постельное белье показала такое. И сколько такое полотенчик? Полотенце стоит 500 рублей. Вот 500 рублей, девочки, смотрите какое. 50 на 70 размера полотенца кухонные. Чуть не пропустили, да. Расцветки разные. Смотрите, девочки, разные, красивые. Можно выбирать по под любой вкусу. Интерьер. Конечно. Ну, что ты прячешь, мои любимые сердечки? Вот они, девочки. Вы же знаете, мои любимые сердечки, мой любимый серый цвет. Так. Софткотон, сердечками, Тамарочка, смотри. У меня есть такие. Да. Я уже дома, только в сером цвете. Да, вот такие полотенца тоже. Сколько такие? 2500 рублей, микрохлопок, размеры больше, чем стандартные. Здесь размер у нас 75 на 150 размеры. Лицевые 1500, банные 2500 рублей. Лицевые тоже есть. Хочу вот эти показать. Девочки, Новый год, покупайте. Мишки. Очень интересный в подарок. Да. Новый год. Сколько такое? Это эти 600 рублей у нас. 600 рублей. Смотрите, какой шикарный новогодний подарок подарить. Да. Полотенчика такое. Да, тоже с Волио Хом фирма. Вот такие двойные. Здравствуйте. Вот двойные полотенца у нас. Вот разные расцветки. Какую цену? 1000 рублей такие полотенцы. Вот эти полотенца у нас очень вот прям нравятся нашим покупателям. 1000 рублей стоит полотенце. 1000, да? 6 штук. 40 на 60 размера. А давай вот эти покажем, совы. Это у нас 1500 рублей комплект стоит. По 2 штук тоже, ну, вот 2 штук можно покупать. Тоже 500 рублей, 2 полотенца. Разные расцветки. Угу. Фирма Эфор. А, вот, давайте их покажем. Вот. Да. Я по хулигане, можно? Можно, можно. Вот, видите, девчонки. Вот такие. Эти там 12 штук вафельные полотенца, турецкие, тоже Эфор фирма. 1200 рублей, 12 штук, по 100 рублей получается полотенце. Угу. Кухонные полотенца. Правда, мы так прям раз. Вот такие. Ой, полотенца. Вот красивые, да. 1500, всего ли хом, есть двойные, есть тройные. Такие, вот, смотрите. Как подарок. 1500 рублей стоит подарок полотенце. Подарить вообще, девочки. Есть такие кухонные. 40 на 60 размеры, кухонные. Ой, с гранатом. Вафельные. Да, это вот яблочки у нас. А, я думала, и гранат, да, яблочки, да. Яблочки, лаванда, вот всякие вот такие разные, роскошные. 1500 рублей стоит у нас вот эти полотенца. Ну что, дорогие друзья, вот сегодня мы прошлись в гостях у Лимана, у Лиман побывали. Поэтому не могу к твоему имени привыкнуть, поэтому простить, прошу понять, простить, помиловать. Поэтому, да, очень редкое имя. Лиман, да, девочки. Мы здесь, еще раз повторяю, вместе с Эльнаром работаем. Эльнар и Лиман. Это наши мы. Каждый день здесь мы бываем и ждем вас. Приходите, выберем вам красивую. Хотите подарок, хотите себя, что хотите, выберем красивые, хорошие турецкие товары, оригинальные. Выбирайте, обязательно делают отправку в любой транспортной компании, пишите на WhatsApp, еще раз говорю, подписывайтесь в их группу, также, конечно, через WhatsApp. Да. И вам Лиман обязательно подберет и халаты, и все-все, вот все. Сейчас она на пасашок вам, на десертик оденет халат, покрутится. Утепляйтесь, халаты очень хорошего качества, расцветок много и пудра. Вон, посмотрите, красные. Посмотрите, какая красота. Вот на такой веселой ноте мы сегодня заканчиваем свой эфир. И не говорим до свидания, а говорим до новых встреч. Да, обязательно. Наше место еще раз повторяю. Линия 3, место 11, 09. Эскалатор, у нас два эскалатора. Можете, если что не сможете, можете позвонить, мы уже показали, да? Да. Давай я еще раз покажу. Вот номер телефона, можете позвонить, как мы вам встретим, покажем, как. Вас встретят прямо вот в этом домашнем халатике. Да. Если Лиман идет по садоводу в халате, знайте, что это турецкий текстиль от Эльнура и Лема. Да. А мы не говорим до свидания, говорим до новых встреч. И я обязательно еще приду и сделаем еще продолжение текстиля, да? Всем хорошего настроения и здоровья. Всем пока-пока.